В Магаданской областной думе прошло заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из основных стал проект закона о предоставлении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области и органами государственной власти Магаданской области. Данный проект закона разработан в целях повышения уровня координации деятельности заинтересованных органов в рамках принятия решений о выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов регионального значения, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетного фонда особой экономической зоны, а также сокращение административных барьеров, обеспечение соблюдения процедур и сроков получения разрешительной документации. Проектом закона определены отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в области градостроительной деятельности. Оно предусматривает передать органам государственной власти Магаданской области часть полномочий по предоставлению услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции объектов регионального значения. Кроме этого, установлен срок передачи и финансового обеспечения, а также предусмотрен переходный период для перераспределения полномочий. А в чем конкретно будут заключаться изменения? Как бы у нас существующая структура не справляется с выдачей разрешений и заключений о готовности к воду. Сейчас вы дополнительно просите денег на ту службу, которая на сегодняшний день, насколько я знаю, есть, функционирует. Речь идет о том, что органы местного самоуправления, скажем так, в части бюджетных объектов зачастую достаточно долго исполняют свои функции по выдаче разрешений на строительство, на разрешение на ввод. А в рамках реализации национальных проектов, в общем-то, достаточно необходима оперативность в этом вопросе. Вот, и исходя из того, что строительство, скажем так, осуществляется за бюджетные средства и осуществляется силами, в общем-то, имеющихся органов, там, дирекция, муниципальный заказчик, Министерство строительства, и у нас существует налаженный документооборот внутри, грубо говоря, областной структуры. На заседании были рассмотрены поправки в региональный закон об административных правонарушениях Магаданской области. Кандидатура на должность мирового судьи судебного участка номер 1 Магаданского судебного района. План Магаданской областной думы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы. Претенденты на награждение почетной грамоты Колымского заксобрания.